Здравствуйте, друзья! Но не мог с вами не поделиться этим, казалось бы, лишним действием. Открыть ворота, закрыть ворота. Но для городского жителя это так удивительно. Заезжать на свое личное парковочное место, открывать свои ворота и закрывать. Мне это пока в удовольствие. Да, наверное, со временем это надоедает и раздражает, и хочется нажать кнопочку и заехать, и чтобы они еще и сами за собой автоматически закрылись. Все это наверняка будет. Ну а пока я наслаждаюсь тем, что есть. Подъехал, открыл свои ворота, закрыл. Ну а что, не развалились за это время, держатся. Это уже успех. Друзья, нас становится все больше. Огромное вам спасибо за обратную связь. Ваши слова поддержки нас вдохновляют, воодушевляют. И вот мы снова здесь. Как говорится, не заставили себя долго ждать. Появилось время, и прям хочется что-то приехать поделать. Несмотря на то, что погода сегодня не очень, мы как-то рассчитывали на более теплую и более солнечную. Но что есть, то есть. И если дождя не будет, то плодотворно поработаем. А если будет дождь, то тоже поработаем, потому что у меня есть работа в доме. Поскольку по образованию я инженер, и, в общем-то, очень люблю различные всякие гаджеты, умный дом и все такое. И в квартире реализовывать это нет никакого смысла, а здесь кое-что удается. И поэтому это такая ювелирная работа, проводочки, всякие гаджеты. Кое-что, возможно, я вам уже покажу сегодня. А еще расскажу очень увлекательную, не то что увлекательную, а скорее познавательную историю о том, как я попал на деньги, еще не начав строительство. Да, для меня это грустная история, для вас поучительная. Не делайте так, как я. Что произошло на участке за наше отсутствие? Да, в общем-то, особо ничего, кроме того, что почти совсем ушла вода. Остались маленькие лужи. Все, можно сказать, все высохло. Это самая глубокая лужа на всем участке. И доски. Доски тоже. Здесь была лужа, и она ушла. Поэтому теперь... Да, подставка села на место. Села неровно. Ее перекосило. Ну, уж как села, так села. Я думаю, что сегодня открою пленку, ну это если дождя не будет, и загляну, и приоткрою, наверное, все-таки боковины. Уже пора. Да, потому что вот уже начинается плесень. Да, яй-яй-яй-яй-яй. Это нехорошо. Быстро она, быстро. Да, это так все быстро очень почернеет. Нужно как можно скорее это все будет открывать и антисептировать. Ну а пока придется все это получше открыть, чтобы это все хорошо, хорошенько проветривалось и просыхало. Дерево оно такое. Пока нет дождя, приступаем к работе. Ну а ты где, дружочек? В прошлый раз это был кот, а теперь песик. Ну иди сюда, иди. Иди не бойся, иди поглажу. Эй, аккуратно. Куда убежал-то? Взял, убежал. Воспользуюсь комментариями, вашими советами. И пока земля еще мокрая, попробую утрамбовать туда немножечко кирпичей возле столбов, чтобы, когда все подсохло, мне не пришлось больше ничего делать. Сегодня, друзья, я наконец взял уровень. Не простой, а магнитный. Ух ты ж, как круто. Красота. Что, теперь я могу проверить свой глаз, алмаз? Ну, почти.
Теперь это дело пойдет. Что ты ему дала? Даже не это. Я ему дала кошачий корм. Ну и что, он съел? Хорошо, он был. Сметелил. Даже не заметил. Массивный песик. Итак, друзья, после того, как я по уровню выставил столбы, что получилось? Все верно. Та-дам! Перепад высоты. Но это дело поправимое. Раз, два и все. И сейчас перевесим. Еда у вас кошачья. Ой, это что, каша? Да это корм суфле. А, корм суфле. А ему плохо не будет? Нет. Это... Да положи здесь. Ну, хоть что-нибудь. Ну, кушай, кушай. Здравствуйте. Вся улица кормить его теперь будет. Да уж, с голоду не пропадет. Ну что ж, проверю еще раз. О, теперь идеально. Да. Как правильно писали в комментариях, хорошо бы сделать опору, чтобы все это не гуляло, но... Надо подумать. Вот, друзья, распогодилось. Да, да, хотел вам много чего рассказать и много чего всего сделать, но так получилось, что слишком оказалась увлекательная история песика. Переполошилась вся деревня, все прибежали, стали его подкармливать, нести еды, озаботились, чаты, что делать, туда-сюда, как быть. Вот засовчик у меня уже работает. Помните, была у меня будка, которой все говорили, сломай ее, сломай, 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 что за ужас у тебя лежит. Вот этот ужас пришлось в срочном порядке реконструировать. Как говорится, ловить на живца. Эх, была какая-то еда, еды уже нет. Ладно, это мы, наверное, выбросим. В общем, будка из подручных средств реконструирована. Скажете, да, выглядит не очень хорошо. Несимпатично, полностью с вами соглашусь, но и времени сейчас заниматься, честно говоря, тоже особо нет. Чтобы накрыть крышу красиво, нужно нарезать досочек. Досочки у меня, конечно, есть, но в них так много гвоздей, что на это тоже уходит много времени. Так что пока сделал, как сделал. А где песик? А песик куда-то убежал, поэтому, может, он тут еще и жить не будет. Вот. Но на самом деле мы не планируем, чтобы он тут жил. Вроде как нашли отзывчивых людей, кто занимается брошенными собаками. И должны ее приехать подобрать, соответственно, обследовать, отмыть, обогреть, откормить, стерилизовать, ну и отдать в добрые руки. Ну, а мы в свои добрые руки взять этого песика не можем, к сожалению. Потому что сюда мы приезжаем достаточно редко. Тут уже пошел клич по деревне, давайте оставим себе, сделаем вольер. Вот. Но я все-таки думаю, что у собаки должен быть один хозяин. Говорят, что собака две ночи ночевала на улице, к людям она не подходит. Как ее ни зови, она не заходит в помещение. Поэтому в срочном порядке я сделал такую будку. Хотя бы, если захочет, у него будет место, где переночевать. Пока за ним приедут. Может быть, приедут, может быть, не приедут. А может, он убежит и не получится его поймать. Доски я открыл. И теперь на свету все хорошо видно, что с досками все в порядке.
Ну да, с северной стороны, где больше всего влаги. И вот эта доска, конечно, намокла, и здесь пошла плесень. Ну ничего страшного. У нас с собой есть антисептик, правда, первый попавшийся. Заказанный септик мы по-прежнему ждем, он едет, надеюсь, приедет. Ну, я думаю, сейчас торцы мы пшикнем, вот. А в следующий раз уже будем все антисептировать и перекладывать. Друзья, обещал показать гаджеты, которые я устанавливаю здесь в доме. Вот один из них. Теперь я знаю, сколько в доме градусов, а также влажность. А еще я могу включить с телефона что-нибудь и выключить что-нибудь. Этого что-нибудь пока нет, но скоро появится. Друзья, что интересно, когда разбирали будку, неожиданно нашли собаку. Да, ну вернее, то, что от нее осталось. У нас же еще ведь кое-что осталось. Сейчас этим, наверное, и займемся, раз уж пошла такая тема про животных. Никак она не отпускает. Деревня заценила нашу будку. Все пришли, сказали, о, да, будет у нас тут местный деревенский пес, будем все ходить сюда его кормить. Вот, потому что к себе он никого не подпускает. Когда мы разбирали хлам на чердаке, мы также нашли остатки двух кошек. А все, никак не доходили руки. Я думаю, сегодня, раз уж пошла тема про животных. И у нас на участке первоцвет. Ну как первоцвет? Это, конечно, не подснежник, но уже мать-мачеха и уже даже муха. Вот так вот все проснулось. А еще я вижу мусор. Ну, мусор, понятно. Нет, не ну, как всегда, мусор. Мусор раз, мусор два. Мусор два. Не надо наступать в компост. Землю еще сверху насыпать. Здесь у нас будет плодороднейшая земля. Да, мы здесь посадим ежевику, и она как разрастется здесь. Как разрастется. Будем делать ежевичное варенье и продавать. И станем мультимиллионерами. Точно. Тем временем день-то проходит. Надо и какие-то дела поделать полезные. Все-таки готовиться к стройке. Я обещал вам рассказать поучительную историю, которая произошла со мной, как я попал на дополнительные деньги, еще не начав строительство. Но, скорее всего, расскажу об этом в следующий раз. Сегодня как-то день пошел совсем по-другому, не так, как планировали. Но я еще кое-что успею. Успею здесь немного подправить, навести порядок. Очень удачно у нас образовалась здесь поленница. Поленница у нас образовывалась стихийно. Поэтому, да, двойная работа будет. Нужно будет это куда-то все перекинуть.
Ну или хотя бы чуть-чуть отодвинуть. Потому что здесь же будет, надо будет работать. И это будет мешать. Ну что, как тебе на солнышке? Птички, весна, солнце, тепло. Шашлычочков бы, да? Когда-нибудь мы просто приедем пожарить шашлычки. Мы нашли сокровище очередное. Колесо. Могут быть стекла. Колесо. Тяжелое, металлическое. Класс. С прорезинкой. От коляски, наверное, какой-то. Да, часть ретро. Коляски мы уже выкопали. Значит, хотел немного побрызгать антисептиком на края досок. Для этого, думаю, распылителем самое то. Стал накачивать, накачивал, и произошло, знаете что? Правильно, произошел бабах. И вот, собственно говоря, разнесло в щи данное устройство. Да. Честно говоря, качество исполнения мне не очень нравилось. Я хотел купить другой. Вот. А почему разнесло в щи? Потому что мы его на зиму оставили здесь, на холоде, на морозе. И вот, видимо, последствия. А может, просто где-то уронили или еще что-то. Хотя, не думаю, что комплексно и то, и другое. Хорошо, хоть полную не залил. Но ничего, зато здесь теперь красиво, крапива расти не будет, и доска теперь будет красивая, зеленая и никогда не гниющая, да? Что вы скажете? Эпично было? У меня лицо тоже, наверное, все зеленое, нет? Нет. К счастью, лицо не зеленое, но одежда будет наверняка зеленой. О, вот наш житель. Ну, не подходи близко, не надо. Пришел, нагулял, что-то погрыз, но там уже невкусно. Да, конечно. Ну, ладно, хватит. Давай, дружок, заселяйся. А там посмотрим, что с тобой будут делать. Может быть, и привыкнешь к кому-нибудь. Сказали, да, тебе будет здесь ждать. Так что welcome, заходи. Будет дождик, холодно, заселяйся. Новая теплая будка, сухая. Ну что, ладно, не будем тебя отвлекать. Если что, заходи. Ну а мы решили закончить, так сказать, нашу композицию и повесить почтовый ящик. По-моему, неплохо. Осталось номер повесить, и будет красиво. Да, мусор вывести, дом снести. Мусор вывести. Новый построить. Новый дом построить. Да, отличный план вообще. Мне нравится. Надежный, как швейцарские часы. Да, да. Не могу нарадоваться на конструкционные саморезы. Так здорово вообще заходят, очень легко. Единственный минус – цена их, конечно, пока еще высока. Но по сравнению с обычными, даже по дереву, это прям вещь. Ну, примерно задумка такая. Они вот так будут чик и закрываться. Сделал я такой засов, а там дырку. Сейчас попробую это совместить. Если получится, может быть, будет держаться. Так, главное все это совместить. Ха. А по-моему, идеально. Кто молодец? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, главное, чтобы мне нравилось. Вы же помните, мы художники, и мы так видим. Будем пользоваться, посмотрим. Но у нас пока нет каждодневной эксплуатации, поэтому если бы мы тут каждый день эти ворота открывали-закрывали, то, конечно, наверное, это не подошло. Но так приезжать набегами, мне кажется, будет самое то. Ну вот, друзья, солнце село. Нам, к сожалению, придется возвращаться. Сегодня день пошел по плану, но не совсем по-нашему. Что поделать? Добрые дела, хоть, может, они не пригодятся, но, тем не менее, попытаться, особенно живя в деревне, всегда стоит. Друзья, еще раз большое спасибо за вашу поддержку. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Стройка все-таки будет.
это все подготовительная работа, но в какой-то момент начнется бурная стройка. Я в этом почему-то уверен, и обратного пути нет, материал сложен, с ним надо будет что-то делать. Хотя бы просто извести. Оставляйте ваши комментарии, мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение, очень приятная обратная связь. Ну и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить самое интересное. Спасибо, до свидания!